Как известно, у природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Утверждение старое и верное. В этом можно убедиться, посетив ярмарку, которая по традиции расположилась в Видном на площади у кинотеатра «Искра». Ощущается приближение зимы, большой ассортимент верхней одежды, головных уборов, что называется, на любой вкус, и кошелек. Утепленные спортивные костюмы, уютный мягкий трикотаж. Российские производители у нас представлены, качество очень хорошее, ткани в основном все натуральные, носятся идеально, просто стираются, не скатываются, не деформируются, не садятся. Костюмы спортивные до минус 25 с утеплением идут. Выбор огромнейший. Приходите к нам. Женщин порадуют развалы с одеждой для сна. Эти уютные пижамы не оставят покупательниц равнодушными. А для создания домашнего уюта здесь можно приобрести мягкие пледы разных размеров, постельное белье, качественные подушки и одеяла из натуральных материалов, банные полотенца и кухонные принадлежности. Дополнить осеннее настроение помогут вещи ручной работы из шелка и козьего пуха. Здесь у нас перелины, шарфы, платки. Дальше у нас есть пух волгоградский. Это теплый-теплый, самый теплый пух. Хороший чуни. Чуни – это чебоксары. Валенная шерсть – это лечебная, как валенки. И носятся они много лет. Согревает и тепло, и сердце, и душу. Невозможно пройти мимо развала с сибирскими ягодами, аромат которых сразу вызывает желание заварить чай и насладиться целебными свойствами продукта. Есть княженика, вот царская ягода, брусничка, облепиха, в сборе жимолость, красника, вороника есть. Готовится на пару без сахара, с пектином яблочным. Очень полезная для иммунитета. А ее как пить, заваривать? Кушать с чаем в прикуску, с творогом, с кашками, кто как любит. Традиционно на ярмарке представлен широкий ассортимент овощей, фруктов и зелени, рыбы, как свежей, так и соленой, меда и, конечно, мясной продукции. Один из стендов – местные фермеры Ленинского городского округа. Яйцо домашнее, отборное, куриное обычное, гусиное, утиное, молочко, сметана, творожок – все делают сами. Товар-то вкусный, качественный. Обалденный, самый вкусный, конечно, качественный. Было бы некачественно, наверное, бы мы тут не стояли и не торговали. Ярмарки в Видном проходят уже не первый год. Многие продавцы имеют своих постоянных покупателей. Это удобно. Приходишь, и мы уже знаем здесь продавцов, которых берем всегда. Так что да, довольны. Вот именно почему-то я вот к этой палатке подхожу. Продавцы хорошие. Спасибо большое, что приезжают. Ярмарка продлится до воскресенья. Успейте вдохновиться осенним настроением. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.